Ребят, всем привет! Сегодня мы вместе с вами будем делать вот такое вот компьютерное кресло. Ну, или офисное, как хотите. Никогда не делал до этого офисную мебель. Будет что-то новое, поэтому приятного просмотра. Поехали смотреть.
stalling in the doorway. And cancel the cruise control. Switching in the manual. Don't you wanna feel right again? Don't you wanna feel whole? Don't you wanna feel... Ну что, ребят, после того, как мы все распороли, мы переходим к тому, что начинаем дублировать все на новой ткани. То есть вы уже видели, что мы отодрали старый поролон, поставили отметки. Вы могли заметить, что я ставлю еще буквы, ну, где-то, поскольку мне так будет удобнее, буду понимать, что к чему уж пришивается. Ну и, в принципе, мне кажется, так, ну, достаточно просто в процессе потом уже шить. Вот. Давайте сейчас будем обводить, заниматься, так сказать, рисованием. И... приятного просмотра и поехали дальше.
Ну что, ребят, сидушка наша полностью готова, мы ее уже прикрутили. Сейчас мы будем делать спинку. Делать она абсолютно по такой же технологии, как и сидушка, поэтому показывать я это все тоже не буду. Сейчас вы увидите уже, как я буду прикручивать нашу спинку. Возможно, покажу еще, как я буду делать подлокотники, и будет готовый результат, поэтому поехали смотреть дальше. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Что, ребят, вот такой результат у нас получился. В целом, я считаю, получилось достаточно неплохо. Мы заменили полностью всю обивку. Также пришивали новый поролон нормальной плотности. Также добавляли сюда синтепон, чтобы это все было более пышно и сохраняло как можно дольше свою форму. Наши все элементы. Вот. Давайте я вам продемонстрирую, как он вообще работает. И работает ли он вообще.
Садимся. Значит, сразу у нас есть... Вот. Это обычный режим. То есть статичный, никуда ничего не двигается. И далее у нас еще есть вот такой режим. То есть балдежный, я бы сказал, с кайфом. Вот. Очень классно, мне очень удобно. То есть подустала спина, взял, откинулся и лежи балдей. Очень классно, мне нравится. В целом кресло получилось достаточно неплохое, благородный, хороший кожзам. Я думаю, что он прослужит, ну, лет 5 он прослужит, я думаю. Но для кожзама это в целом очень хорошая цифра. Всем спасибо, ставьте комментарии, ставьте лайки и всем пока.